первое осознанное воспоминание, в принципе, из детства. Это клип Майкла Джексона, просмотр, Триллер. С тех пор, как я увидела, у меня настолько яркое впечатление осталось от этого, что я, в принципе, решила и сказала родителям, что я хочу быть как он, и я буду танцевать. Я пытаюсь копировать не только клипы и хореографию, которую он показывает там, но, в принципе, стилистику и придумывать какие-то новые движения. И подаю людям его направление, мы разучиваем танцы какие-то из клипов и, собственно говоря, с этим выступаем, делаем флешмобы. Для меня вот Майкл – олицетворение, не знаю, каких-то качеств человеческих, которыми должен обладать человек в жизни. Скромность, профессионализм в работе, вот его отношение вообще к делу. Татуировка, в общем, я ее сделала в тот же день, как мне исполнилось 18 лет. Если у тебя нет сил где-то тренироваться, танцевать, или вообще ты чувствуешь себя как-то не так, смотришь и сразу как-то легче становится. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause the lie become the truth. Billie Jean is not my lover. Ну и так далее. Когда мне было еще лет 7-8, ко мне пришел мой старший брат и сказал, мне он тоже музыкант, я выросла в семье музыкантов. Мне говорит, Лера, смотри, такой классный чувак есть Майкл Джексон, хочешь послушать? Я говорю, да, конечно, без вопросов. И когда я начала слушать, это было просто как... Вау! Я поняла, что без Майкла Джексона не могу. Я недавно пересчитывала свои постеры, у меня их 127 штук, я просто уже не знаю, куда их девать. Когда я его слушаю какие-то медленные лирические песни, я пишу тексты. То есть у меня просто в голове что-то щелкает, я начинаю писать поток слов, энергии, вот оно все само собой идет. Научить наших зрителей исполнять один из самых ярких элементов стиля Майкла Джексона – это его лунная походка. Главный смысл выполнения лунной походки – это двигаться всегда пяточкой назад, оставляя носочек поднятым впереди. Меняем, продвигаем. Меняем, продвигаем. Танцуешь Майкла, какое-то такое ощущение, как будто бы вот так хорошо становится на душе, потому что думаешь о Майкле, и ощущение, что он в этот момент всегда с тобой. Хотелось бы больше флешмобов, больше событий, посвященных Майклу. Хотелось бы, чтобы это было как можно чаще, чтобы люди всегда о нем помнили, чтобы все собирались и учились танцевать так же, как он.